Вот столько народу, некуда даже машину поставить. Да, у моего мужа паранойя. Параноид идет. Да, жарко сегодня, пипец. Воздух горячий. Людей много, даже на том пляже, где практически никого, и то, блин, полным-полно, да? Да, волны сильные. Ну, покупаемся. А смотри, не получится поставить, наверное, или с другой стороны придется поставить раколовку. Потому что там, видишь, это гидроцикл стоит и лодка. Людей много-много, да. Шашлыки, машлыки кто-то жарит. Прям такие духаны стоят. Волны просто класс. Будешь купаться? Да. Ну какие облака. Как в мультике. Нарисованы. Волны. Что, еще порыбачить решил? Ой, а тут вообще сказка. Красота невероятная. Я тебя снимаю, а он почему? Тут... Почему? Удали. Ага. Ну, все знают, что у нас потом будет дождик. Похолодает до 23. Мутится там твоя рыбалка.
приехала бы сюда, шашлык сделала бы. До 23 похолодает, вот все вот и отдыхают. Шашлык надо было раньше думать. Но порыбачить можно. А там еще рыбачить. Стоит, кидает камни, заняться нечем. А я ищу мяту болотную. Но что-то здесь ее нету. Надо идти туда, где я ее видела.